Количество часов практики и теории пересматриваться не будет. По мнению представителя Министерства транспорта, этого достаточно, чтобы усвоить материал и получить первоначальные навыки вождения. По законодательству в процессе обучения студенты проезжают 700-800 километров, но этого, возможно, и недостаточно для того, чтобы стать полноценным участником движения. Так, автошколы могут оказывать дополнительные услуги по повторному вспомогательному обучению после вынужденного перерыва в практике вождения.